В холодное время года хочется съесть что-то тепленькое и сытное, поэтому мы сегодня с вами приготовим нежный крем-суп из кабачка и шампиньонов. Для этого нам понадобится одна морковь, две картофелины и половинка луковицы. Крупными кусками все нарезаем и закидываем в кипящую воду, чтобы максимально сохранить наши витамины. Примерно 250 граммов шампиньончиков разрезаем на половинки, нарезаем крупными кусками, также небольшой кабачок. Отправляем все в нашу кастрюлю, прикрываем крышечкой и готовим 15 минут до мягкости. Не забудьте добавить соль и ваши любимые специи. Как только овощи станут мягкими, мы их быстренько измельчаем в пюре, поливаем сыродавленным маслицем и подаем к столу. Этот суп очень легкий, в то же время сытный и вкусный, прекрасно сочетается со сметанкой и чесночком. Приятного вам аппетита!